Они прям в коробке были? Да. Да, в коробочке. Ой-ой-ой. Ну оставьте их, кто-нибудь возьмет. Ну, они чем-то домашние. Пах? Они домашние. Ну да. Да, чем-то их выкинули. Да, ну кто их выкинул-то? Может, они не выкинули, положили. Если бы выкинули, у них башки не остались. Ты совсем? Оставьте их туда, в это самое, положите, где они были, чтобы они... А то они сейчас все поразбегутся, они маленькие совсем. Ну, мы их вот хотим кому-то отдать. Ну да, их, конечно, надо кому-то отдать. Чтобы они кому? Ними... Ой, мой пальчик нюхает. Понюхал. Надо... Тут у нас на даче бешеные собаки бегают. Да, что же нам делать тогда? Мы нам котят оберечь. Я уже до утра тут хочу сидеть. Завтрашнего. Да, я хочу, я до утра хочу сидеть здесь. Матрас сюда привезти. Еще и спать нравится. Или что-то, или чем-нибудь их прикрыть интересненьким. Например, каким-нибудь сосочком или чего. Крапивы не надо. Крапивы они боятся, да, кстати. Их надо кому-то отдать, их нельзя бросать. Ну кому отдать-то, никто не берет. Снимайте. Давай, их нельзя бросать. Они погибнут. Ну кому